такой вот FGR 1300. 256 оттенков цветов. Давайте, что там будет. Попка даже подсветку сделать можно. Так, первый запуск. Значит, смотрите, как... Включи какой-нибудь свет там пожирнее, Роман. Хотя не, оставь так. Во. Обходим вокруг. А что-то он какими-то фонарями, слышишь, с этими габаритами почему-то, блядь. Включает габариты почему-то. Может, у него сигналка там работает? Бля, вот движок охуенно подсвечивает. Движок подсвечивается вообще охуенно. Синий самый пиздатый. Тут будет еще закрыто молдингами. И тут еще тоже будет молдингами закрыто. Вообще пиздатый. Никаких светодиодов. Не торчит, все плавный свет. А сделай оранжевый такой, как будто огонь из него. Вот так? А еще? А пожелтее? Не, ты вот сюда посмотри сзади. Сейчас габариты не горят, а здесь установлена лента, и она подсвечивает задние там стопы, вот эти. Понял, какая фича? В натуре тема. А если он стопори будет сжать? Но это будет, соответственно, ярче. То есть это такая лайтовая дает неоновую подсветочку прям непосредственно. Понял, да? Тема. Вообще бомба. Дай кручу. На, вот эту верхнюю жми. Мне нравится оранжевая. Не-не-не, ты включи там мигалки всякие хуйня. Да нахуй мигалки. Я тебе говорю, фиолетовый пиздат смотрится. Я кручу пультом. А вот такой тоже пиздатый вообще. Мобил, правда, не так что-то видно. Включите огонь. Цвет огонь. Какой? Вот оранжевый какой-то. А как включить огонь, Роман? Давай. Покажи нам на пути. О, вот такой пиздатый. А он тут весь пиздатый, как нет. Мобила в мобиле. В мобиле. Может, перископ? Красный центр PC-авто. Свечивать. Сегодня у нас такая RGB-лента, вот такой вот FGR. Будем пробовать ставить сюда подсветку. Значит, у нас есть вот такой пульт. По какому-то радиоканалу он общается, то есть не надо никуда направлять, и вот такой от него контроллер. До 20 метров бьет, значит, что он умеет? Менять цвета, делать какие-то там режимы моргания. Умеет это делать сам. Как-то вот так делать. Умеет делать это ярче, тише. А может и медленнее. Это еще надо разобраться, что он умеет делать. Настраиваем. Боковая часть. Может прервать? Эту часть. Она будет ставить вот здесь вот. И светить туда. Мы уже сделали вот эту подхвостную часть. Так она будет стоять. Будет такая вот ленточка с двух сторон. И медные провода специальные будет проходить в эту дырочку, где-то здесь это будет лежать. Подсветка заднего гофра
Вот, как бы тоже почти окончательный вариант. Тут две светодиодные полосы, одна габариты и тормоз. Значит, у нас вот здесь габарит, вот здесь тормоз. Здесь тормоз, габарит и тормоз. Потом покажем, как это все дело в собранном варианте будет работать. FGR 1300. Вот так, оставь габариты только. Вот так только габариты. Тормоз. Ну вот так. Реально. Идет быстрее выгорать.